Меры повышения качества образования обсудили в Люберцах. На Большой педагогический совет собрались руководители школ и гимназий, а также представители управления образования. Большую часть совещания посвятили анализу результатов ЕГЭ, начиная с 2018 года. Он поможет каждой школе провести работу над ошибками, а также пересмотреть направление движения системы администрирования в учебных заведениях и квалификацию педагогического состава. Изменения должны произойти уже в этом учебном году, чтобы показатели по единому государственному экзамену были не ниже среднеобластных. Такой показатель важный для нас сегодня при оценке деятельности всех школ. Это 220 баллов и более выпускники, которые набирают по трем предметам ЕГЭ. Этот показатель включен в рейтинговую систему, поэтому мы в обязательном порядке его считаем. На сегодняшний день у нас этот показатель на достаточно высоком уровне, более 30%. Но, тем не менее, есть куда еще стремиться. Еще одна мера повышения качества образования – реорганизация школ. Так, до конца календарного года к гимназии номер 5 будет присоединена школа номер 7, а 20-ю гимназию объединят со школой номер 9.